Я пишу тебе, русский солдат, ты опять в час тяжелый на страже. Чей-то сын, отец или брат, ты родной, ведь для каждого даже. И в эпоху войны или смут за отчизну ты снова в бою. Но я отправляю, мой друг, все тепло, что в груди отдаю. Я прошу вас, вернитесь домой, сердцем в драке останьтесь собой, не озлобьтесь от раны душой. Мы в вас верим, мы ждем всей страной.